Уполномоченный по правам ребенка в Курской области и многодетная мама. В семье Натальи Листопадовой 15 ребят. Четверо уже выросли. Остальные еще школьники и совсем малыши. Несмотря на то, что мама работает, они окутаны ее заботой. Большая семья обожает путешествия. Говорят, это отличное занятие, которое по душе абсолютно всем домочадцам. Я очень благодарна судьбе Боженьке за то, что он мне дал моих деток. Это мое счастье, я ими горжусь, я их люблю, я верю и надеюсь, что это будут замечательные взрослые люди, наши представители нашего общества, и надеюсь, что они тоже повторят опыт нашей многодетной семьи. Праздник у Листопадова начали готовиться заранее, хотят радовать маму не только в последнее воскресенье ноября, но и в любой другой день. Это замечательный, теплый, ласковый праздник. И хочу сказать, что уже у меня ребята, две недели назад начали меня поздравлять. Рисунками, открытками. У нас выставка есть за годовщиной, ребята рисовали, и ко дню мамы будем вешать рисунки. В преддверии праздника с курянами встретился губернатор Роман Старовойт. Он поздравил маму и вручил 7 многодетным семьям награды. Листопадовых отметил почетным знаком «Материнская слава, отцовская доблесть». У нас в Курской области особое отношение к многодетным семьям. Вы здесь представляете такие семьи, и благодаря вам и таким же, как вы, у нас неуклонно снижается число детей-сирот, которые остались без попечения родителей. Это, наверное, сегодня одна из основных задач, помимо обеспечения безопасности в регионе. В нашем регионе для многодетных семей предусмотрены различные меры поддержки. Например, областной материнский капитал на рождение третьего и последующих детей. Выплата составляет более 100 тысяч рублей. Всего в Курской области проживают более 12 тысяч многодетных семей. Егор Горожанкин и Владислав Соболев. События дня.